Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной после новогодний роллинг. Мы на аккаунте моего подписчика Рената с ником Тесак. Серьезный у него ник. Находится он в гильдии Синдикат. Что-то знакомое, что-то я припоминаю. Качаем часовых в битве гильдии. Качаем часовых в замке гильдии. В битве гильдии читаю уже. Атака фортов с 12 до 13 по серверу. Кидайте заявочки, вступайте. А у нас осмотр небольшой аккаунта и роллинг. Сейчас посмотрим, кого ему не хватает. Что у него есть по прокачкам. Такс. Русский сервер, ну, судя по всему, аккаунт у нас... Хотя это не донат, 13 с 25, вообще ни о чем в сегодняшних условиях. Так, окей, поехали, смотрим, что у него есть по героям. 73,99. Роза, так, фобушка нужен. Донатных у него только огник, фобушка, трифит, королева ос, пбшки нету, оккультист, ну фоба, оккультист, сура, это такие самые востребованные, скиталец, королевы карпи и фрэнк. Ну все-таки не хватает много героев. Два феникса, нифига себе, люди живут нормально так, мне б так. Так, окей, поехали посмотрим на его аккаунт, что у него интересного есть. Ай, блядь. То чувство, блядь, то чувство, когда тебя эти огнекрылы просто преследуют, это просто жесть. Блядь, кого вы смотрите? Вот мне интересно, на какие обзоры вы залипаете, что вы смотрите, для кого я снимаю видео, 10-е живо, или вот по приколу это сделал. Ору, блядь, это просто жесть, ребят. Так, ладно, давайте посмотрим сначала таланты, а потом чарки глянем еще. ПБшка гуд, космо гуд, хотя десятку можно было не качать. Так. Чё, блядь? Это чё такое? Я тебе говорю, зачем вы качаете дополнительные удары? Блядь, это вор выше вор. Это просто жесть, ребят. Куда я попал? Здесь это не надо, можно огненку прокачать лучше. Здесь однозначно бог войны сливать не надо, новый талант тоже нафиг сливать. Ну, землеройка с вальсом, херня, если не будет уклонения, он бестолковый вообще. Тоже фигня, огонь жизни, бог войны нафиг было качать, не знаю, ремка ладно еще, пусть будет. Махатма с утеканием лучше. Тыковка с исцелением надо было уже было давным-давно это прокачать, но, видимо, у него нету. Хотя кулаков дофига. Почему тыква до сих пор с исцелением не прокачана? Не знаю. Не знаю, в общем. Ну, я реально знатно поржал. Ну, знаете, это тот пример, когда надо смотреть обзоры. И перед тем, как что-то качать, лучше посмотреть 10 раз обзоры. Это просто печаль. Это реально половина героев, ресурсов потрачено впустую. Потому что таланты надо полностью менять. Хорошо, хоть некоторые недокачанные. У него есть коробки, может что-то
вытащим после роллинга. В общем, жесть. Я сейчас еще даже чары пересмотрю. Победные, победные. Ну, учитывая то, что это не особо донат, в принципе, нормально. А тут это можно менять. Обряд пусть будет. Сюда ССК лучше было бы тоже. Сюда ССК. Зато здесь пятый священный суд. Так, тут тоже лучше на либо ускорение, либо ССК на отхил. Здесь ССК нужна. Тыква, вместо надо суперсилу, если будет. Просто жесть. Все, это все герои. Будешь, наверное, не все. Да, это все герои. В общем, ребятушки, поехали. Что там у нас сегодня есть? Что-то на трату. Сокровищница есть. О, есть сокровищница. Может, оттуда что-то выловим нормальное. В общем, let's go. Седнушка сразу же падает. Неплохо. Так, у нас места не хватает. Это еще лучше. Это просто капец какой-то. Куда я попал? Тесочка. Смертушка. Ну, рандомчик, давай. Варлок. Фея. Купидон. Ну, знаете, леги через раз падают. Бугимен. Смерть опять. Через раз, смотрите, просто сыпят. Это, конечно, круто. Но где недостающие герои? Короче, до 20к. Может, это я в видео сказал, что качайте. Качайте живо новых никах. На максималку. Не знаю уже. Это просто пиздец. Ниндзя бочка. Рино. Ну что такое Рино сегодня? Это вообще ни о чем. Паладин. Вот это имба. Рыцарь. Рыцарь фараон. Ребята, посмотрите, какие герои просто сыпят. Просто эпические. Тыковка. Да. Заклинательница. Одержимый. Сердцеедка. Блин, легенды-то падают. Ронин. А где хоть одна недостающая? Капитан Дрейк, Седна. Малышник. Суккуб. Блять, сколько легенд выпало? И нифига толкового. Просто нифига. Но это только русский сервер может так дать. Я в шоке. Просто, честно говоря, я в шоке. Как он хотел этого роллинга? Так, что я сюда зашел? Я ищу сокровищницу. Просто писец какой-то. Кристаллы. Кристаллы. Таинственный мешок. Золотой ключ. Блин, я вчера заходил и нормально вытащил отсюда ПБшку. Карта выносливости. Где герои, блин? Мы реально вчера вытащили отсюда нормальных героев. Землеройку даже вытащили. Бугимена. Нифига не падает.
Просто трэш какой-то. Жесть. Что в итоге мы набрали дофигища. Просто дофигища расходников. А, кстати, я хотел посмотреть, что у него по сборке героев. Ну, блин, я не знаю, такие аккаунты, ну, вот, ребят, многие, кто не знает, вот посмотрите обзоры перед тем, как вы начинаете прокачивать героя. Потому что это реально печально. Он хладного не дособирал. Жестко. Кстати, я так и не посмотрел, что там ребята писали по поводу трэша прикола, что вальс здесь 6 штук и в большом наборе тоже 6 штук. Логика IGG просто, ну, по сути, зашкаливает. Тоже, если посмотреть акции. Здесь на окрас. Интересно, он на окраса хотя бы. Я не видел у него вроде на окраса в лотере. О, это просто трэш полный. Знаете, я вот задумался, что лучше, Мэри, хотя он ее толком по сути не прокачает, мы ее не будем, или же все-таки для этого аккаунта лучше всего, как по мне, это расходники. Я сделаю чисто такой братский подгончик от души именно за то, что он, ой, за то, что он очень хотел Роллинга, и за то, что улыбнул именно Огником. Это просто вот за такое. Ну, героя я не знаю. Не, я знаю, что он его не будет прокачивать, как бы это лучший вариант будет. Это чисто такой по-братски подгон, чтобы не релинубил больше, потому что это просто жесть. Так, у него тут еще плюхи есть. Я что-то так и не посмотрел. У него, оказывается, еще дофигища плюх. Мы сейчас это все откроем. Хотя я не буду открывать. Пусть они останутся ему. Если он захочет, чтобы я их пооткрывал потом, мы откроем отдельно, еще зайдем на аккаунт, что-то придумаем. В общем, это просто трэш. Реально. Воскресный приз еще получили дополнительное. В общем, дополнительный подгончик. Пусть будет. Ну, качать здесь реально очень многое надо. Это просто жесть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Я надеюсь, есть еще такие аккаунты веселые. Всем удачи. Всем пока.